Смотри внимательнее, Скали. И что это за фото? 30 лесорубов работали по контракту в штате Вашингтон. Крепкие парни в полном расцвете сил. И на что я должна обратить особое внимание? На что-нибудь странное, необычное, непривычное для глаза. Не знаю, я сдаюсь, Малдер. Сдаешься? Странно, примерно то же самое сделала и федеральная лесная служба. С ними что-то случилось? Ну, в двух словах, они исчезли. Ну что, друзья, день набирает обороты. Было бы сейчас неплохо нам сходить погулять и подумать, что нам всем, бедным рок-н-ролльщикам, которых я пытаюсь собрать на своем канале, бедным брошенным мужчинам, что нам дальше делать. Ну, поглядите. Между прочим, это мой священный лукойловский напиток. Просто лукойловская амброзия. О. Ой, ваше здоровье. Ладно. Вот вы только посмотрите. Вот, в принципе, вот читаете эту пачку и можете уже не зарабатывать деньги. Можете уже ничего. Я считаю, что человек, который читал определенные книги, он уже может с чистой совестью ничего не делать, как Абрамович. Вот видите, веточки уже подходят прямо к окну. А вот эти вот буквально пару лет, наверное, назад, в счастливый коронавирус, они только едва первые веточки соприкасались. А сейчас он уже стену образует. То, о чем я и мечтал. Чтобы мне тут адский змей солнце днем не пек мою священную резиденцию.